Друзья, еще один вариант кардио для вас. Бег по крутой и достаточно длинной лестнице. Но, естественно, для этого нужно найти достаточно длинную лестницу, желательно на свежем воздухе, причем не обязательно это делать летом, это можно делать и зимой. Я использую периодически этот вариант кардионагрузок. Это, без сомнения, интервальная тренировка. Я стараюсь найти довольно длинную лестницу, и вот здесь мне попалась лестница длиной 120 ступеней. Важно то, что наклон очень крутой. Вот это уже редкость. Но если я где-либо нахожу такую лестницу, я никогда не упускаю возможности сделать 5-6 интервалов. Как помните, в свое время мы говорили с вами о спринтах. То есть здесь эта лестница позволит мне сделать те же самые 30-секундные интервалы. Это будет, конечно, крутой взлет по пульсу. Я сделаю 5-6 подобных отрезков. Сейчас покажу, как. Это, конечно, лестница крутая. Первый раз одышка жесткая, но постепенно станет лучше. К 5-6 забегу будет уже получше с дыханием. Что про пульс могу сказать совершенно точно. Ударов под 170, я думаю, наверху. Задача за время спуска потихоньку опустить пульс. Лучше, если не чувствуете еще свой организм, пользуйтесь кардиомонитором. Опустить пульс ударов до 130. Как только пульс достиг 130-120 ударов, делайте глоток напитка и стартуйте вновь. И таких 5-6 кругов. Кстати, забавно, что эту лестницу не я один здесь нашел. Сейчас, правда, как только мы начали писать, сразу народ куда-то все сразу сбежали, испугались, наверное. А реально здесь народу немало. Люди бегают постоянно. Ребят, еще раз повторюсь, не нужно быть всегда в лете, всегда где-то, где супер там деревья, пейзаж. Бегайте зимой, бегайте на стадионах. Везде, где есть ступеньки нужной протяженности, ищите для себя, используйте все эти варианты. Велик летом, бег спринтами, бег по лестнице. Многие из этих вещей мы уже разбирали, так что тренируйтесь и увидимся вновь. Пока. Теперь будем разбирать тренировочные программы известных и тренированных людей. То есть, по сути дела, устраивать некое взаимодействие между блогом о питании, где мы разбираем рационы этих людей. Здесь будем говорить о тренировочных программах этих людей.